Со вторника, 21 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Полеты в Ирак будут осуществляться два раза в неделю по маршруту Москва-Багдад. Самолеты в Мадрид и Барселону полетят из Москвы с частотой 4 раза в неделю, а в Малагу и Аликанте по 2 раза. Помимо этого, увеличивается количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар. В Кению можно полететь по маршруту Москва-Найроби с периодичностью 2 рейса в неделю. Самолет из Москвы в столицу Словакии Братиславу будет летать 4 раза в неделю, а из Санкт-Петербурга 2 раза.